И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис мод. Картона с SCP, Серега, поздоровайся. Всем привет. Мы скачали очень классный мод. Это NPC SCP. Будем вместе с вами их смотреть. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Мы не будем смотреть прям всех, мы посмотрим самых интересных. И надеюсь, я назову, наверное, какой SCP самый крутой с этого мода. Серега, давай на свое усмотрение показываю самых таких так, прикольных. Ну, самое первое. Ну, SCP, это не SCP без давай. 173-го. А, да-да-да, знаю его. Очень жесткий мужик. Короче, ребята, вкратце можно сказать, мы моргаем, и в то время, когда мы не смотрим, он нам сворачивает шею. Вот видите, добавляется сразу такая штука, как будто мы моргаем. А ну-ка, все, давайте отвернетесь вы. Эй! Блин, так можно обосраться. Не-не-не. Я его испугался, блин. Тихо-тихо-тихо. Когда все... Он за мной охотится, получается. Так, отвернитесь, пусть он меня сожрет. Ребята, а вы в комментах напишите, какой SCP вам больше всех понравился. И поставите лайкосики, подпишитесь на канал Demas.tv. Мне очень приятно. Ролики каждый день. Так, я слышу, он прям какой-то вообще жесткий. Так-так-так, и музычка такая интересная. Тихо-тихо-тихо, мужик, ты... Деревянный, что ли? Каменный. Я его держу, пацаны. Говно. Ладно, Серега, давай, кто там у нас дальше? Чтоб так. Максимально много посмотрели. Дальше всеми любимый скромник. SCP-096. Ой, вообще круто. На него нельзя смотреть или что нельзя? Нельзя смотреть, а ты на него посмотрел, Димас. Не, на него не смотрел. А он на тебя сейчас злится, посмотри. Не, он просто стоит как дурачок и орет, просто ничего не делает. А бегите. Не-не-не, я не боюсь его, Серега, я не боюсь. Бегите. А что будет? А что будет? Увидишь. Он резко-резко ко мне побежит? Возможно. Я вот тут стану, если что, я успею наверх забежать. Ну блин, он орёт громче и громче, Серега, что делать? Ой-ой-ой, какой. Готовится бежать. И все, и ничего не делает. Ну нафиг. Не-не-не! Блин, Серега, я, блин, боюсь его. Блин, он классный. Он крутой. Я знаю, там их несколько версий есть, но мы посмотрим, короче, как Серега будет показывать, так и смотрим. Класс. Так, Серега, давай дальше. Реально крутой. Я уже придумал кучу дальше режимов с этими SCP-шками. Можем запилить. Идет SCP-106. Это пожилой дед. Так, дед. А где он? Вон он. А, вот он, это он вылазит из-под земли? Эй, а он быстрый? Нет. Блин, музыка крутая у них. Так, идет, идет, идет. А чё они все за меня? А нет, они не за мной агрятся. За пацанами. Димас, бежим за дверь. За дверь бежим. Сейчас, подожди, я хочу стоп-сон прописать. Да не бойся, это не авторское. Я знаю, я просто заранее, Серега. Да, это просто звуки на будущее. Вдруг что-то громкое сейчас, как начнет орать. Димас, давай сюда к нам. Не, я же хочу еще Серега потом показывать, как они убивают. Просто это ж такой предосмотр. А потом уже можем сделать, какой SCP самый, не знаю, быстрый. Хотя за них нельзя играть. Давай посмотрим, с одного раза убьет. Серега, он меня перекинул. Давай попадайся ему, я тебя тут жду. Он в карман. Офигеть. Не зря мы эту карту взяли для предосмотра. Так. Опа, где это мы? В я вспомнил. Измерение. Ого, здесь круто. Так. Вы сюда побежали? Нет, не сюда. Хорошо, давай, короче, летим опять, откуда мы начинали. Блин, а карта реально такая офигенная. Я за ней заскучился очень даже. Ваши так. Фонарики видно за километр. Так, стоп-сон прописываем. Удали того челика. Удалил. Так, показываю, кто у нас там дальше идет. Сейчас. Какой красавчик. Серега, мне так не привычно, что мы SCP снимаем, это реально круто. Сейчас у нас пойдет классический. Классический доктор. Блин, ты меня испугал им! Так, так, так. А что он делает? Вы просто умираете или он превращает вас в зомби? Нет, вы мы просто. Мы сейчас превратимся в зомби. Вон, видишь, уже встал один. Офигеть! Блин, прям моды работают полноценно. Вон, видишь, потихоньку солдат стоит. Да. Мочите его. Блин, классно. Тихо, я не хочу быть зомби. Ой-ой-ой.
Не-не-не, блин, убили его. Дальше у нас идет SCP-035, маска. Так. Блин, такой звук офигенный, когда... Что это за щупальцы? Они вас дамажат. А это кто-то их заспаунил. Нет, это вместе с ним они идут, когда он появился. Я его убил. И щупальцы исчезли сразу, ты понял? Да. Так, кто у нас там еще есть? Какой челепиздрик? SCP-066. Кусок мяса с глазами какими-то. Смотрим. Так, 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 а что это такое за говно? Улитка какая-то. А ты к нему подойди поближе, Димас. Ого! Что это за звук? Это его защитная реакция. Нифига себе. Удаляй его нафиг, сейчас все вырыгает тут. Или замочим его давай. Уже замочили, вон он долго. А, он уже маленький встал, когда убился. SCP-079. Это компьютер. Это искусственный интеллект. А что этого нельзя ставить? Его надо определенное место ставить. Ладно, давай, которые можно здесь смотреть. Потом уже будем полноценно всех смотреть. Так, 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 так. Время у нас еще много. Так, SCP-079 камера, и надо, их надо в паре ставить. О, маска есть, 087. 087? Так, ну давайте посмотрим. Вот я поставил. Ого, такой прикольный, он как тот ниндзя, что ли. Так, а что он делает? Ай, блин, а чё это он меня убил? Я думал, он тебя убьет, Димас. Нет. А, нет, это Пикачу. Мочим его. Вот говно на расстоянии убивает. От шара хотел уклониться. Так, пацаны, шары, наверное, не надо. Они очень жесткие. Так, следующий да. У нас 087Б. О, вот смотри, 096 есть другой. Я поставил его. Так, ждем. Димас, бежим. Он не за мной. Короче, бежим. Следующую серию, может, сделаем, SCP гоняется за нами? И эту карту возьмем? Да. Наставим ра... Мы можем вообще по карте сделать все-все-всех, а потом отключить электричество, и двери все откроются. Димас, и давай они выбегут. Так-так, я смотрю отсюда, Серега, я успею убежать. Я же псих. Так, он орет сильнее. Я спрыгну, когда он ко мне будет бежать. А он никуда не бежит, Серега. Ого. Вот это крики он издает. Потому что на него кто-то посмотрел. Мочи его. Пацаны, мочим его. Ого. И меня замочили. Ой. Бум. А он живой остался. Я боюсь возрождаться. Он очень жесткий. SCP-682, Димас. Давай. Неуязвимая рептилия. А что она неуязвимая? Ее нельзя убить? Ой, да. А мы ее сейчас убьем. Пацаны, открываем огонь по этой вонючей ящерице. Пошла жара. О, два проверим, убивается она или нет. Возьмем админский пистолет. Серега, убивается. Ну, админский пистолет, ё-моё. Ну, конечно. А ты попробуй без админского. Не-не-не-не-не-не-не, не смогу, наверное. Ого, он топчется. Так громко. Мочи, мочи, мочи. А давай-ка ядерную бомбу проверим. Давай. Жестко, жестко приклеилась. Так, я за стеной, тут дамаг не проходит. Ждем. Потому что нереально яркий свет какой. Серега, убилась? Я ничего не удалял, возможно, она убила. Да, убилась, убилась, Серега. Да ну ядерный взрыв-то, конечно, даже бессмертно умрет. Так, кто у нас там еще есть интересный такой? Дальше у нас идет SCP-457, огненный скелет. Давай. А че он такой маленький? Не знаю. А ты че маленький такой скелет? А не, он растет, смотри, Димас. Ого! И за ним остается шлейф огня? Да. Блин, непривычный мод такой. Еще больше сейчас станет, не? Да, вон, смотри, как растет. Огненно. А, я горю, потушите меня. Серега, прощай. Я живой.
А он на меня сагрился, походу. Ого, тут все горит уже в хате. А! Всё, бывает. Вырос. Он не, он такой растет, сам, все, одинаково он остался. Он за мной агрится, пацаны, вы мне мешаете бегать. Короче, мочим его. Может, его надо обоссать, типа, водой? Да хватит по мне стрелять. Короче, Серега, не убивается он. Когда бить смертный. Поджигает всех. Его даже админский пистолет не берет, Димас. Да? Да я проверю. Вот. Да ладно. Удаляй его, ну нафиг, я его боюсь. Всю карту нам тут сжег. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали классных монстров Хендерсона. Они вышли сегодня, посмотрим, что они себя представляют. Их не так уж и много. Картонный маус. Там музычку он прикольно издает. Вот смотрите, какой прикол. Когда ты к нему подходишь, он начинает уходить. А, не, ну а что он задом? Эй, стой! Это какой-то обидчивый получается, да? Ой, он обиделся, в воду ушел, утопился. Какой-то он, а что он этот такой странный? А ну еще раз его поставлю. Че ты, а ну, если по нему стрельнуть? Он не агрится, да, никак? Хорошо, давайте другой вариант. Есть у нас такой же самый, только в конце префикс киллер. О, вот этот сразу, смотри, что делает. Ну-ка, ну пусть меня задамажит. А, он такой, ну не сильно дамажит. Такое лицо у него страшное, какие-то зубы или что у него там торчит. Чебурашки, ух ты. Да, смотрите, какой монстр. О, смотрите, голова. Прикольно, берет и телепает. А ну меня возьми, потелепай. Схвати меня. Блин, думал, меня схватит и по землю побьет. О, смотри. От, блин, сожрал. Когда маленький скин, он его бьет об землю. Хуш. Ух ты. Такой прикольный звук издает. Ого, у него зубы стрёмные. А ну, давайте подстрачника ему дам. На тебе. Ой, смотри, я по нему попал, он сразу агрится на меня. А, кто стреляет, на того и агрится. Эй. А ну пусть, да, задамажит, у него ж... Что это было? Он когда меня убил, умер, что ли? А ну убей меня. Ого, сожрал. Шикает. Да он... Ух, смотри, как сожрал, прикольно. Но я тебя не трогаю, чувак, вообще. А, я удалил, я думал, знаете, когда меня схватит, я его удалю, я не умру. Нет, во время хватания убивает. Такое же самое, есть только хуш-киллер. Ух ты! Сразу кричит. А, у него не надо провокации, он сразу дамажит. Ого. Вы видели, как он бьет об землю? Прикольно. На. Прикольно, прикольно. Кусок говна тряпки. А на меня хватани. На. Ого. Было бы, знаешь, что прикольно? Если бы он бы так бил, а в конце выкидывал бы просто в сторону. Как тряпку. В воду бы, допустим, кидал. О, я могу им управлять. Давайте попробуем. Процесс. Не могу я. А, я мертвый, потому что. Попробуем. Пошел. Ладно, давайте его тут поставим. Попробую успеть вселиться в него. Эй, говна, не успеваю. Ого, он еще прыгает. А ну-ка, нажми пробил, ты можешь прыгать? Воу, прикольно. А ну, альт нажми. Альт, F, Ре. На. А, это уже NPC начинает фигачить. Об землю. Так какой-то реально неадекватный. Следующий очень интересный, это последний с обновлений, но самый такой The Imposter. Смотрите, как он выглядит. Очень стрёмно. Чё у него за кишки из головы торчат? Это вирус. Это вирус? Да, это может сказать пришелец. Ого! Он откидывает, как я и хотел, в небо! А ну пусть меня убьет. А ну убей меня! А ну-ка давай!
Ух, протыкает. Прикольно, у него такие клешни. Я хочу, чтобы он схватил кого-то. Не хватает, не? Просто всех. По сплэшу бьет. Это импостер. Да, это настоящий импостер. Ты что, псих? Я убегу от него. Ого, смотри, как он лупаш, это перкотик. Вот это люди отлетают, как я и хотел, в небеса. Так, теперь мы, ребята, сделаем битву между ними. Я сейчас сделаю, чтобы они нас игнорировали. Ставим импостера и хэшкиллер. Ну-ка, давайте, кто кого? Хэшкиллер, давай! Кто самый сильный? Напишите в комментариях, пока битва не кончилась. Я думаю, что импостер выиграет его. Та. И неудивительно. Заново, с полными жизнями этого и этого. Вот, это они прям долго дерутся. Заяц-убийца у нас есть. Я его сейчас подготовлю. Где он у нас? Вот тут. О, он выиграл! Импостер не выиграл? Странно. А ну а теперь мы вот этого и вот этого. А, не, подождите, не так. Давай, погнали. Стычка века. Победил. А теперь давайте сделаем победителя с предыдущих серий. Заяц-убийца, который жрет всех. Независимо сколько жизней. А ну-ка. Ну-ка, ну-ка, давай, кроляччина. Ну-ка. Нет, я думал, кролик поярче будет, сразу завалит. Я даже не знаю, я думал, кролик выиграет сразу. Но она что-то не выигрывается сразу. Что-то вообще. Давайте мы тогда сделаем, чтобы было интересно. Ого, у него жизни. Получается, он сильнее, чем зайцы. Вот это у него лупашат. Какой смысл, если он такой сильный? Ого, один аж психует. Не психуй, не психуй. Не могут выиграть. А мне кажется, они с разных паков просто. И поэтому не могут с друг другом воевать. Ладно, давайте, толпа импостеров. Знаете, против кого они будут воевать? Против нас. Это жестко. Вот это не мочат. Они телепортироваться могут. Ого, я даже не знаю. Давайте посмотрим, за сколько минут я проживу. Сколько секунд я проживу, когда я возражусь. Раз, два, три. 4 секунды. Всего-навсего. Да блин, они очень... Нельзя, да, никак выиграть их? Я не знаю, возрождаться стоит или нет. Это просто жесть какая-то. Хорошо, давайте очистим карту, давайте с теми, с кем можно будет воевать. Готовьте оружие, пацаны. Сейчас будет серьезная битва. Очень серьезная. Потому что их реально тяжело убить. Я не буду первым такого. Как секретное оружие будет. Ого, их сколько. Пошла жара. Толпа новых монстров. Ого, их очень много. Че, сколько ты проживешь? Долго, не? За мной, что ли, побежали все? Он запрыгнул! Они запрыгивать могут. О, давайте проверим, выдержат ли они бомбочку. Небольшую, слабенькую бомбочку. Например, у нас есть огненная. Вот. Она как огненная, она очень мощная, но должна их убить. Хотя вроде с этого пака бомбы их не убивают. Ой, отлетела, но не взорвалась. Взорвалась. Убила? Нет. Файер их убил. А, нет, он наших убивает. Драгон их мочит чем-то. Так, бомба их не мочит. Может, что нам, брата, да? Монетку может? А я монеткой их буду гасить. А ну иди сюда. А ты чем их гасишь? Нет, это не я.
Это тоже не я. Ого! А ну на! Вот это битва, серьезно. Ох, затоптали! За своих кентафориков обиделись. О-о-о-о-о. Красота! Бомбы пошли! У-ху-ху. А что ты за оружие использовал? А, это ты взял через бинокль, да? Красиво, красиво, но они не умирают. У нас нет таких бомб, которые их может. Это надо Гренвич. А, они у нас есть. Прощайте, подлецы. Я и забыл. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой SCP самый крутой?». Мы скачали очень свежий последний пилпак из SCP. Будем смотреть вместе с вами, изучать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Музычку отключайте сразу. Ой, ой, она громкая. Так, подожди, он меня первого убил, ну-то ладно. Во-первых, он умеет прыгать. Он умеет прыгать, да, он достаточно быстрый, но что-то он здесь подтупливает. А ну-ка, отходите подальше, давайте посмотрим, высоко он прыгает или нет. Так, ну надо вот, режим полета стою. Отключить. А ну. О, ничего себе, он прыгает. Да, я видел, он прям руки вверх. Он на 4 этажа прыгает. Мне кажется, он еще выше может прыгать. Так, он просто бегает, мочит и все. Возьму сейчас какую-нибудь... Смотри! А, он челиком хватает и кушает их. Смотри, давайте я хочу анимацию, может быть, все-таки... Смотри, еще раз. Вот, смотри, он взял меня и в рот засунул мою голову. Видел? И челик, короче... Подожди, выдержит ли он базуку? Подожди-ка. Давай. Ух ты. Не, ему все равно. Погнали. Мочите его. Все мочим. А, отвали, отвали! Вот сюда я буду отвлекать. Эй! Он запрыгнул. А что? Ой, блин, говно, я испугался. Да что он такой хитрый? Блин, я хочу его использовать уже в своих роликах. Этого он кота. За мной. Это какой-то бешеный кот, пацан. Умри. Пока других убивает. Короче, оружие это его не берет. Давайте какую-то другую оружие. Давайте админский пистолет. Давай монетку. О, убивается. Давай, короче, я его сейчас поставлю, давай. А ты попробуй монеткой. Все-таки интересно. Давай, лупаш. Обстоятельства. Нет, ты не попал. Не попал? Нет. Ой. Ты не попадаешь. Ты что-то мутило. Ты косожопый. Смотри. Убил. Вот. Красава. Смотри, так, давай, следующий у нас картон док P2. Второй тебе. О, это на коленке становится. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Это ползучий. Ролики выходят каждый день. Пацаны, как вам его походка? Он 90 дамажит. Он как-то прикольный очень. Он дамажит по 90 кп. Ой, блин. Случайно не ту кнопку нажал, у меня был админский пистолет. Да я не хотел. Это обстоятельства. Давайте попробуем его забить. Пистолетом. Арбалетом. Монтировка на него, монтировкой. Ой, Димка убил не того. Он так прикольно ходит, как будто он нарисованный плоский, да? Но он не может прыгать, он просто ходит. А, это собака, то был кот. Он, кстати, даже не быстрый. Да, он какой-то рахит. Мочите, мочите его. Монеткой может. Давай монеткой. О, давай, возьмите, пацаны, кто-нибудь черное очко. Черное очко? Да, на тебе. Все, убили, убили, отлично. Так, следующий у нас... Чикен? А почему такое странно? Это курица обычная? А ты удалил мод? Она не убивает. Она не убивает. Она последняя убивает куриц, которая. А, хорошо. Давайте тогда у нас Чикен Хост. О, так подожди, а кто это такое? Это курица такая? Куда она бежит? А куда ты идешь? Эй! Лупите, лупите, лупите. Опа, сейчас мы его разозлим. Вот, злится, злится. Ой-ой-ой-ой-ой. Так прикольно руками машет. Да не, это не я. Он тоже хватает и хавает за бошку. Видели анимацию? Минус твоя башка, Димас. Минус твоя башка. Так, блин, я невкусный. Валим его. Ничего, слышишь, анимация есть, то головы нет. Видели? Да. Короче, вы его убили наизично. Чикен... Хобли. Хоббит какой-то. А чё он так бегает? Эй, она клюет? Это курица из CSGO. О, мы, кстати, можем тоже использовать в каких-то роликах прикольных. Да. Ай, по 10 хп. А
А что будет, если спрятаться от нее? Давайте я попробую пистолет. Ну, говно, ладно, ладно, неинтересно. Country Road. О, привет. Подожди, а что он будет бегать? Он просто за мной бегает? Ого! А что это было? Арбузом фиганул. Я подошел на желге. Он активируется как-то. Да, я подошел. Стойте, только не мочите его. Нажми Е. Нажми на Е. Ого, мне арбузом в голову дал. А вы подойти к нему и нажать. Так, подожди, а что теперь делать? Он просто за мной ходит. Он такой прикольный какой-то формой. Смешной. Большой скромник. Да, это реально большой скромник. Смотрите на его рожу, она как-то стрёмная очень. Чтоб ты знал, как у меня это выглядит, это огромная просто ерорка. Да? Да. Хорошо, что у меня... О, смотри, хват... Анимация есть. И ногой топчет, видели? Смотри, взял челика. Блин, круто! На тебе говно за это. Я не дамся тебе живым. Пацаны, отвлеките его. А мертвым дашь тебя? Убили. Да. Отлично, пацаны, успокоен. Спасибо. Красавчики, давайте давай следующего. Дальше. Это реально классные. Так, это у нас сейчас Day 17. Ой, страх. Ого, в живот стреляйте ему все. Давайте я полечу сдалека. Вот этого я знаю. А что произошло? Кстати, пацаны, давайте я сейчас поставлю. Только не убивать, я хочу сдалека посмотреть на него. Кто это такое хоть? Как он выглядит? Ого, у него усы. Или что, это борода у него? Это то, что убивает нас. Это щупальцами. Он хватает вас с земли ими и в рот тянет. Я хочу на его глаза посмотреть. Эй. А подожди, он походу застрял. Мужик. Во, все, пошел. Верхой. Я его подвину, давайте сюда чуть-чуть. Давай его Вот это он здоровый на всю карту. Что, мочим его, пацаны? Давай. Подожди, Дима, смотри, оно же огромное, да? Он же огромный, да? Для огромных случаев нужны огромные приколы. Не, не смешно. Правильно, ты правильно подумал. Нет, его не взял. Давай, короче, монетка его, наверное. Монеткой? Не взяло. Так, давайте следующего. Day 17 Worms. Ой, блин, еще какой-то как шпагат, какой-то ходячий паук. А он ничего не делает, он просто стоит. Ого, он дергается. Блин, крутой чел. Смотри, да, давайте я хочу, чтобы он меня съел. Как оно будет со стороны? О, давайте сделаю, короче, камеру от третьего лица. А ну иди сюда. Только не убивайте его, пусть меня скушает. Ничего себе у него щупальцы. Смотрите, прям под ними. Ну, схвати меня, схвати. Ай. Я вот. Он тебе не хватает, серьезно? Да я вкусный. Он меня съел. Вот я. Только. Да не, сейчас... Он за мной. Он рядом, вот я. Вот Давай. Иди, станем. Ну, блин, рядом, я рядом, но между не... Между ног станем, у него. Ну, между ног стою у него. Стрельни в него. Взял, скушал. Офигеть, только как-то странно это выглядело очень. Он опять застрял. Хорошо, я его удалил, потому что он какой-то очень стрёмный. Хорошо, смотрим дальше. Это у нас хедлайт. Это у нас фонарь ходячий. О, он включился. О, он скушал тебя. Блин, тут все эти штуки NPC, они анимированные и очень круто сделаны. Разработчику респект. Ну. Все? Монеткой проверять. От первого лица получили. А ну пусть он меня съест. Ух ты, вот это жесть. Ну пусть он меня съест, хочу анимацию посмотреть. А ну давай, вот я, говно. Я тебя в живот стреляю. Вот я. Я вижу, как он меня взял. Слушай, он тебя схватил, ты ужился. Ты видел, да? Какой-то баг был. Да, полетель. А интересно, короче, мочите пистолетами или чем там угодно. По голове, все. Ой, он, короче, странно очень было это. Я понял, в чем прикол. Если у него фонарик не свечится, значит он не орал. Хайгвей Вормс. Это, короче, скоростной червь. И какие-то маленькие с ним червячачки лазят. Вы его убили. Быстро очень. Что за эрорка там бегает? Вот, погнали еще раз. Да очень странно это смотрится как-то. Одна большая игрока и игрока поменьше, да. Ну, хорошо, это червяк какой-то реально баганный. Или сам NPC... А, я знаю за чего, потому что у нас есть другие моды, и они ругаются с этим. Скорее всего, так вот у меня. Наверное. Ничего. Сколько у него жизни? А ну, как он дамажит? Давайте проверим. Ого, он быстро хавает, ты видел?
Нет. Ой-ой-ой. Ой, я растворил. Да ничего, обстоятельства, я понял. Так, давайте спекали его. Сколько у него жизни, много или нет? Ай, я попробую в него стрельнуть, вообще ничего. Он какой-то непробиваемый. Монетка. На тебе, монетка. Кусок вот говна. Так, и последний у нас, знаете какой? Сирен Хейт. Сирена говно. Сирена. А что он сирену будет делать? Он меня сразу убил от говна. А где сирена? А ну-ка, я хочу к нему подойти и нажать ешку. Ой, я слышу сирену, когда второго поставил. Слышите? Да. Да. Да, такая, знаете, как поломанная. Блин, классное выживание, SCP крутые. Ребята, напишите в комментариях, какой SCP больше всех вам понравился. А мне понравился... Мне кот понравился, вот этот. Слушай, Димас, можно будет найти большой лабиринт. Да, и с этими штучковины повыживать. Да. Пацаны, короче... Узнавать, рядом ли они или нет. Делаю мне веселье в конце. Монетку доставайте. Ой, что-то подлагивает. Или не? Какая монета? Нормально. Живем. Ой-ой-ой, побежали. Одного убил. Ого, их сколько, смотрите. А, они же могут прыгать. Привет, YouTube. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что мы скачали новых монстров, которые будем убегать, смотреть на них и мочить. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Пацаны, это очень смешные монстры, они какие-то очень странно выглядят. Надеюсь, вам понравится. Первый монстр. Название какое-то у него странное. Анксиус Док. А он дамажит? Нет. А, у него какие-то красивые очень зубы. Нет, он дамажит, пацаны. Знаете, он дамажит того, кто его дамажит? Да. Его, короче, нельзя бежать. Это обидчивый монстр. А нет, он и меня дамажит. Так, ну что, давайте... Ай, он больно бьет. Да? По сколько он хп забирает? А, по 30 хп за раз. Ого. Нет, он кушает. Видели анимация есть еды? Да. Мочите его, пацаны. Достаем пулемет и мочим. А, ну это... Вот же падла. Смотри, как надо. Все, убили, пацаны. Мы это смогли. Так, их почему-то два. А, это был обычный, а вот и киллер. Ладно, давайте, у нас их очень много, посмотрим остальных. Вот этот монстр, я не знаю, они продублировались вместе с теми. Будем тоже их вкратце посмотрим. Он просто какой-то буйвол вонючий. Убивайте. По жопе ему стрелять. Он недостойный. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, красавчики, убили его. Так, этого челепиздрика мы видели, этого тоже, тех, которых мы не видели, а это вот этот вот, смотрите, какой он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он невидимый становится? Нет. Да. Вот страшно. А куда он улетает? Подождите, он хватает и убивает, что ли? Давайте проверим. А ну, он меня. Он за мной бегает, он за мной бегает, он за мной бегает. Он убил меня. А, они вернулись, а те, которых я поставил, они повозвращались. Так нечестно. Так честно, молодцы, ребята, следующий. Goodbye. Название за себя говорит. Я тебя избавил от мучения. Подождите, это у вас тоже он мерцает? Да. Странный NPC. Ой, это неадекватный. Так, убили его сразу. Так, давайте, у нас еще есть киллер. На тебе сразу. Ой, собака. Мы потом сможем в них вселяться. Да, попробуй в него вселиться. Так, ребята, а он невселяемый. Я просто. А, другой вселил. Игрок в него вселился. Да. Прикольно. А ну замочи меня. Он сразу убивает, просто с одного выстрела. Удара. Ой, спасибо, я думал, как сюда залететь. Так, давайте следующего. А этот был. Вот этого мы не видели. Ой-ой-ой. Черный череп. Это реально какой-то кусок говна. Мочите его, мочите. Какой-то слизень не понял. На. О, да. Сколько он маленький стал. Вернулся. Холлэмен. Это... О, это кто? Давайте его рассмотрим. Подождите, у него дырявое тело? А у вас тоже жизни тратится или нет? Да, он дамажит, когда ты его берешь.
Вот говно, смотрите. Так, давайте другого поставим. Подождите, тут есть другой. Холлэмен киллер. Он меня притянул и убил. Ой-ой-ой. Ой, это прикольный, кстати. Этот мне нравится. Надо, короче, будет с ним записать какие-то прикольные режимы. Мне интересный персонаж очень. Это он умер или стоит готовиться? Ого. Так, пацаны, ну хорош, дайте я подойду к нему. Так, давайте еще раз поставим. Да ну хорош меня мочить, дурачок. Короче, он какой-то реально очень жестокий, да, мужики? Давайте его убьем уже. Мочите его. Давайте его кровавым поносом закинем. Ну, нет. Постоянно жизни тратится без причины. Все, давайте другого. А то вы сейчас друг друга будете убивать. А вы не поверите, но сейчас будет следующий монстр. Хуманоид Раббит. Это заяц. Это какой-то бешеный заяц. Я его видел. Смешной за... он забагался. Подождите, дайте я другого поставлю. Он запрыгнул в потолок. Пацан, он за мной, он за мной. Ого, он прыгает. Нифига себе. Страус какой. Прикольно, мне нравится. Убиваю. На, промахнулся. Он мочит или нет, я так и не понял. Мочит. Так, дайте ему, дайте ей этот, чтобы он меня замочил. А ну давай, мочи меня. Он труп мой ест, смотрите, голову откусил. Ах ты псих. Он еще прыгает так где-то. Да. Надо его в воду заманить. Он меня зажил. Захавал чувака еще одного. По жопе ему стреляйте. Вот, смотри, я в воду. В воду тоже прыгает. А что он может сделать? Он просто прыгает. Попробуй по нему через воду стрелять. Может, он уже не прыгает. Так смотри, прикольно выпрыгивает. Мне нравится. Давай, иди сюда. Неожиданный монстр. Как котопёс прыгает. Так, давайте его мочить уже. Очень наглый, что-то заяц. Давайте возьму монетку. Ладно, армейский пистолет. Мы не успели тебя спасти. Так, следующий у нас. Этот был. О! Мод. Хмен. Чмон. А что это за летающий этот? Летающая мышка. Что-то за Бэтмен недоделанный. Он за мной. Ого, прикольный. Представьте им поуправлять, как он прикольно летает. Давайте попробуем им поуправлять. Я им управляю просто. А ну. И что он делает? Убей меня. Вот он прыгает. Так. Убей меня. На шифте он вот так вот бегает. Офигеть. Ты летаешь? Да, убивает. На левую... Во. А ну давай. Ого, у тебя зубы. Ты это муха какая-то черная. Это муха. Ну? Я не тратить. А ну выселись с него, пусть он нас помочит. Как он будет себя вести? Искусственный интеллект. Так, давайте я переставлю. Все-таки мне интересно, что он будет делать. Давайте. Так, он просто летает за нами, да? Ай-яй-яй-яй. Дамажит, смотри, какой быстрый. Офигенные монстры. Самохобойка весь. Я сейчас, короче, возьму монетку, замочу его. Эй, ты чё? Димас, ты его не поймаешь. Поймаю. Это муха? Давай. Награл. Попал, смотри. Это наше. Это было чё? Ну, обстоятельства. Так, пацаны, теперь какой-то очень смешной. У него голова какая-то странная. Жувачка, это жувачка, которая под партой. Странно его сделали. Он головой, да, бьет, получается? Да, а ну, да, пусть он замочит меня. Мочи. Нет, ладно, уже не хочу, я передумал. Димас, иди ко мне. Он прикольный. Я просто виляю, он не может попасть по мне, когда ты виляешь. Я ему... Все. Тихо. У него жизни мало было, пацаны. Старался. Так, есть вторая версия этого челепиздрика. Давайте посмотрим. А, это посмотрим. Да, там вроде одинаковый. А, не, видите, у него... На... Извините, пацаны, кто попал под горячую руку.
Сталинер Синема. Может, не так прочитал, но вроде так. Что это за человек сосиска? Нормально дамажит. Он присаживается на корточке. Не убивается даже с одного раза монетка. Нормально. Красавчик, красавчик. Вот и все. Ты смотри. Разошлось. Обстоятель. Так, давайте. Ну давай что-то пожестче. Пожестче. На тебе какой-то носора... носороног. Ну в какой-то у него, да? Команда полагала, нет крыльев. Убивай. Он тебе нас клювиком чилинкс. Мочим его. Ого, красава. Извините, обстоятельства, я понял. Так, вторая версия этого чилипиздрика. Эй, слышь, ты, он пусть наколет меня, мочи. Ну? Ну, давай, бомж. Да у тебя какая-то камушек, не пробивай. Нет, в него кто-то вселяется, скорее всего. Не? Не хочешь, да? Ладно, это вторая версия, недоработанная. Так, вот этот чилипиздрик, что он делает? Как нарисованный какой-то. О, он прыгает. Эй, ты что делаешь? Да случайно в голову он прыгнул, я в тебя попал. Убил меня. Я думал, он добрый, а он злой. Че, сколько у него жизни, интересно? Ой, нормально, это полет норм. Хорошо, давайте следующего проверим. О, с пилами, смотри. Ого, ты шустрый. Прикольно пилит. А где он? Он прыгает. Блин, запилил меня так резко. Так, я тебя отомщу. Так. Ой-ой-ой. Пацаны, его убил или нет? Да, убил. И нас два раза еще. Да. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет полноценный обзор SCP-шек, потому что мы скачали мод, мы теперь можем ими управлять, смотреть, сколько у них хп, использовать их возможности. Если видите, кушайте, приятного аппетита. Так, первый у нас идет МТФ Гвард. 90 хп. Он может очень быстро стрелять. На правую кнопку мыши, кстати, не на левую. А меткость у него минус 1. Перезарядки нету, пацаны. Просто всегда фигачит. Так, что он еще может? А, и так стреляет. Угу. Ты уже готов меня убить, да, я вижу? У него какой-то картонный автомат. Тогда он какой-то вообще странный очень. И стреляет он как-то не по-настоящему. А это просто из беты. Ладно, давайте, мочите меня. Вот крас. Ну, ты видишь, посрач делает чудеса. Так, SCP-008. 200 хп, уже это повеселее вариант. Он что может? Он может ходить как дурачок. Он может дамажить. Сколько дамажит? Ноль. Что? А так нечестно, а чё он ноль дамажит? А, пузо у него такое какое-то странное очень. А чё он бестолковый получается вообще? Ну ладно, давайте, фигачьте меня. Потому что там очень много классных, и мы хотим показать всех. Так, ну что, легендарный скромник, который руки в боки и ходит. А как заагриться? Ой, подождите, я не заагрился. Вот. Так, где выходить? А, я думал, это из-за тебя я не могу ходить, я просто агрюсь. Так, и сколько времени так буду делать? А, мало. Так, давай еще раз я его поставлю и вселюсь сразу в него. Вот, я вселился. Вот, я начинаю агриться. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Так, вот этот монстр очень интересный. Он вылазит из
полов. И сейчас посмотрим, смогу ли я за него телепортироваться или тоже залазить. Так. Это дед. Это дед. Белый, нажми, Димас, пока белый нажми. Точно! Я вылажу, смотри! Офигеть! Блин, мы можем классный режим сделать с этим дедом, да? Как будто из нефти вылазишь. Блин, я могу прям резко выбрать кого-то, и он не может убежать. Чё ты? Иди сюда. На тебе. Классный дед. Просто. Мне нравится. У меня 5000 жизней. И вы, кстати, меня... А вы меня не дамажите. У меня жизни не проходят. Можно раздамажить. Ты просто бессмертный. Я бессмертный. Классная степишка. 106. Ой. Хорошо, давайте я его удалю и возьмем другого, потому что мы хотим посмотреть всех. Я статуя. Я моргнул. А эта статуя ничего не делает, она просто стоит. Понял. Давайте еще разок. А, Димас, смотри, я тебе сейчас кое-что покажу, интересно. А, вон, она двигается. Вы когда отворачиваетесь, я могу двигаться. Во-во-во, смотрите. Так, сейчас попробуем кого-то замочить. А ну, отвернись. О, да, я, ты только что отворачиваешься, я сразу двигаюсь. Какой-то страшный. Так это прям реально сделано все, как и... О, смотри, еще тебе... О, резко возле тебя, смотри сразу. Ха-ха, боишься? Я аниматроник, да. Так, хорошо, давайте следующего посмотрим. Так, обычный класс D, 60 хп. А, он вообще ничего не может делать. Пробел, Ctrl V. Ничего. Мочите меня, бестолковый. Ого, ты хоть предлагаешь, да, что у тебя такое мощное оружие? Да... Ой, вертолет. Не, давайте вертолет, наверное, в следующей серии обзор сделаем. Его нельзя вообще поиграть, я пробовал. А, хорошо, что ты сказал, то бы я сейчас еще начал бы пробовать. Нормально. Так, следующий. Так, смотрите, какой сразу злой мужик. Димас, смотри, еще кое-что покажу. Так, давай. Где-то... Гранату могу бросать. Так, 100 хп. Тоже картоновое оружие, не слышу толком. Чё, нифига? А, подождите, пробел. Кстати, пробел у всех какая-то суперспособность. Зря ты это сделал. Нифига себе у него граната, вы видели? Давайте еще раз брошу, стойте. Это какой-то эпик просто. Я не ожидал, что оно так фигачит. Кэтбакс, ты ожидал, что такое будет? Так, давайте туда подальше брошу. Сейчас я побегу туда. И брошу там гранату. А куда я ее бросил? Туда. Так, смотрим. И все? А что так сильно взорвала она тогда? Еще раз. Она как электрическая, да? Да. Так, сколько у него гранат? Бесконечно, что ли? Да, все, больше нет гранат, кстати, у него. Так, это у нас... У него есть граната? О, у него другая граната, кстати, смотрите. Нифига себе, она, кстати, на движение реагирует, когда рядом кто-то подходит, видел? Она зеленым загорается. Блин, какой-то имбовый прям вообще челик. Так, давайте следующих посмотрим. Блин, классно, у всех разные гранаты. Так, вот этот. У тебя какая граната? Надо валить, пацаны, валите. Блин, она убила тех, кто был рядом, и так прикольно. А, ты еще и горишь после смерти. Вообще, какой-то имбовый челик. Давайте, мочканите меня. На, Кэтмакс, красава. Жестко, а с какого-то пака у тебя винтовка? Понял. Так, вот это что у нас такое? Не знаю, это очки ночного видения. Во! Я ученый? Че, кто я? Ну да. Что я могу делать? Я ничего не могу делать. Бесполезный кусок говна, убейте меня. Красавчики. Ключ. Я ключом стал! А что это было? А ну еще раз. Ничего не происходит, пацаны. Гордон Фреймен. Ну так, хорошо. Бесполезный ключ, я понял. О! Из цепи 008, да ладно, можно вселяться во всех? Да, это вирус. А что надо мне сделать, нажать?
все, вы умерли? А, нет, а когда ты пускаешь этот дым, мы превращаемся в зомби. А вы не превратились в зомби. А давайте еще раз поставлю, а вы попробуйте, а ну запрыгните туда наверх. Не, вы не встаете, пацаны, зомби, что-то не хочет она. Ну хорошо, просто проверили, все равно было прикольно вселиться в какую-то штуковину странную. И степень 008, 200 хп. О, я вас дамажу! А ну иди сюда, я сказал. Да нет, какой-то кусок говна. Так, на пробел ничего не бегает. А ну-ка. Прыгает? Не прыгает. Ладно, мочите меня, я какой-то зомбака больше похож. Ой, а чё я умер сразу? Это скверная мелодия. А чё она делает? О, ребята, вам сейчас понравится. Знаете, кто сейчас будет? SCP-035. Это щупальщик. Подожди, а если я подойду к тебе, допустим, и нажму пробел? И щупальца дамажат. Ты такого узнал? Молодец, догадливый. Странно. А ты не можешь меня убить? Ого. Все, убил. Я видел, нормально заводчик. Такс. Вечно хочу удалить NPC-шек, удаляю спаун. О, чумной доктор, самое интересное. Эй, я не успел ничего сделать. Он всех заражает. Я знаю, я хочу вселиться в него и быть тоже заражателем. А я могу заразить тебя? Ну стой, если я буду челиком. О, мы можем сделать маленькую комнату выживания. Отлично, мне нравится. Ну иди сюда. Я просто руку протягиваю, и ты превращаешься? Нет, надо нажать удар. Ого, сейчас тут зомбаков сколько будет. Так, что я еще умею делать? На пробел ничего не умею делать. Не, ну чему доктор рулит? Куча режимов можно записать. Давай, мочи меня. У меня 2000 хп. Ого, ого. Давай, в голову. Отлично. Пацаны, зомбаков там мочите. Так, следующий у нас. Наверное, даже в одну серию не войдут. Столько тут SCP-шек много. Но постараемся показать очень много. О, я обычный зомбак, который делает чумной доктор. О, я еще и дамажу, в принципе, по 10 хп, неплохо. Экран почернел. Экран почернел. Так, ну давайте, мочите меня, он бесполезный. Кстати, жизни у него довольно-таки много, 350. Так. Well, Gordon Freeman, and about time to... Вот, зомби еще какой-то я. Граната нема, я не могу гранату бросать? Yeah. Я какую-то махаю в другую сторону. О, есть чуть-чуть. Ладно, давайте, мочите меня. 500 хп. Ой-ой-ой, возле трупейшена лежу. Так. Ой, катящееся говно. Что это вообще NPC? Это SCP-шка делает. 066. О, пацаны, вы подпрыгиваете? Нет, может так орать, и мы умираем. А я не слышу этот крик. Зато я слышу. Вы так подпрыгнули весело все, мне понравилось вначале. Ты симфонию Бетховена играешь. Ну, нормально. Так, что я могу делать? Я качусь как кусок говна. Я и выгляжу, в принципе, как кусок говна. О, вы опять прыгаете. Ха-ха-ха, классно. Ладно, мочи меня, у меня 300 хп. Это был у нас SCP-066. Следующий у нас SCP-079. Подожди, а где оно появилось, а? А нужно камеры сначала заспавнить. Ага. Давай тогда, наверное, в следующей серии, может. Entity. NPC. Вот я камеры, кстати, есть. Я понял, надо сначала камеры отдельно ставить, потом эту штуковину. И да. Все у нас получится. А 067. 087. А ну что я могу делать? Подожди. Можешь вот так вот драться. Ой, я как будто притягиваю, что ли, или что это я делаю? А пробил, что ли? О, я могу тпхаться! Ага. Воу, так это же крутой SCP-шка. Ребята, ставьте плюсик или пишите, мы хотим в следующей серии, мы запишем какой-то крутой режим. Ой-ой-ой. Ну я понял, круто мочит он. Мне понравилось. Так, погнали дальше. Hey, doc. У нас SCP-087-B. Ой,
можешь ходить, пока мы на тебя смотрим. А ну отвернитесь, пожалуйста. Да, реально, как? Опа, я стою. Я стою, я иду. Что ты еще? Классно, что мы можем записывать тебе режим, и никто не обманет, не будет двигаться, пока ты реально не смотришь. Мы еще моргаем. Ну, не моргайте, кстати. А ну смотрите все на меня втроем. Не могу двигаться, не могу. Вообще никак. А че я вообще, как я дамажу? Дайте я хоть подойду и посмотрю. А, я сразу в зомбака превращаю. Нет, это я, когда ты меня укусил, я в зомби еще с того времени. А-а-а, я понял. Хорошо, мочите меня, у меня 5000 жизней. Давай-давай, наваливай меня. Еще, не останавливайся. Так, блин, классные SCP-шки. Вот, это у нас получается другой SCP-096. Это скромник. Их почему-то несколько тут. А, вот это, кстати, наверное, должен бегать. Помнишь, что какой-то дрыщ был конченый? А ну-ка, может, все-таки я проору? А я ору-ру-ру-ру-ру. Ну, давай, жопатик, ори. Может, он глюк ловит какой-то? Ну, че я не бегаю? А ну, отвернитесь. Может, когда вы отвернетесь, я буду бегать? Я не знаю, может, а так? Я еще не загрелся. А долго еще ждать? Нет, вот сейчас. Сейчас, ждем. Все, отлич. А ты вылетаешь из него. Ах ты, бомж, выкинула меня из себя. Ну хорошо. Я книжка какая-то. Это книга болезни. Типа, будешь ее читать? Про какую болезнь ты... А как? Я не могу, да, вас убить? 150 жизней. Сожгите меня, мою книжку. Убейте. Не меня только, а книжку. Хорошо. SCP-1048. Это какой-то странный мишка. Стой, не убивай, дайте тебе посмотрю, что он умеет делать. Он орёт, и у нас, типа, мы умираем. Ой, он тоже крутой, мне нравится. А ну еще раз. Типа... Даже если я буду со спины нажимать? Да, ой, типа, я могу ходить. Ты на ухо похож. Да, это какой-то мишка из ушей. А, получается, я очень громкий звук, да, какой-то издаю? Да, ультразвук у нас начинает нравиться. Да, я не могу в это время двигаться. Блин, мы такой обзор еще прям глубокий не делали. Не, ну классный мод на управление SCP-шками. Мочите меня. Красава, вместе с... Как я туда влез? Ну да ладно. Как-то влез. Well, так. SCP-106. Ой, какой-то я стрёмный кровавый чилипиздрик. Так, а что я делаю? Нажми на пробел. Я тебя, смотри, затягиваю к себе, или что я делаю? А ты вылазишь из-под пола, как тот старик. И тебя затягивает тебя вместо себя. Да. Да блин, я такого не знал. Офигеть. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят. Каждый день и записываем очень крутые моды и режимы. Давай еще раз попробую, вот другого я сейчас попробую затянуть. Ну-ка. Ты уйдешь под землю или нет? А, надо прицелиться. Вот, я должен выбрать тебя, наверное. Сейчас, я не знаю, как это работает. Пробел нажми. Оно не сразу работает, с каким-то определенным временем. Так, хорошо. Тут какая-то дырка появилась в полу. А когда провалишься, ты просто умираешь, да? Да. Все, я понял. Мочите меня, 5000 жизней. Я бессмертный, пацаны. Я бессмертный. Офигетительно. SCP-106. Rocket Demon. Ой. Ой, я... это огромная птица, на которую нужно смотреть. Надо спрятаться. Ну ладно, давай потом, потому что что-то у меня подлагало. Я череп. 11.23. Если мы до тебя дотронемся, то все. А, ну дотронься. А, Гордон Фреймен. Не, что-то не сработало. Не все моды работают. Я крячка из степи 1356. Ты музыку играешь. Да? Да. Так, и чё, я не могу вас убивать? Давайте мочите меня, 100 жизней. Офигеть. Психи? В городе. Из степи 14991. Эй, док. Да я вселюсь, не бей меня. Так, что я могу делать? Я могу танцевать. Я что? А, это танец? Прикольный танец.
Смотрите, на тебе. Хо-хо-хо. Я тебе с ляща вырубил, смотри. Лящиночку. На. На. Уху-ху-ху. Так смотри, получается с кулака в голову, да, лупашит? Смотри. Да. Смотри, как анимация прикольно сделана. Сейчас, еще раз. Да блин, как-то не так бьет. Ах ты, рахитка. Вон, на. Лящинка. И танцую. Танцы в городе. Мочите меня. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем понравился очень классный ролик, какой из цепи самый крутой. Мы скачали очень много классных монстров. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А будем их обзор делать и веселиться. Так, первый у нас начинается Биг Чарли. Не знаю, просто ходит. Какие-то звуки кончились. Кончились. Как он убивает? Убивает с одного раза. Так, а ну на правую кнопку мыши, иди сюда. Так, ничего не делает. А на R. R, пробел. Так, хорошо. Жизни у него много или нет? Давай монеткой попробуем. А ну давай, монеткой, лупаш. Я стою на месте. Да, моментально ты его вынес просто. Хорошо, у нас какой-то следующий идет. Они, наверное, одинаковые. Давайте не будем тратить время. Будем сразу делать обзор разных. Так, смотрите, это голова ног. Смотрим, что он может. Этот рука голов. Я не знаю, как правильно. Голова жоп. Он может быстро бегать. Он может медленно бегать. Он может прыгать двойным прыжком. Смотрите, раз, два. А ну давай посмотрим, как он убивает. Правой кнопкой мыши. Ай, ай. Много дамажит 20, в жизни? 20 хп. О, отлично. Как он вообще называется? Bonus Wars. Какой-то странный. Ух ты. Не попал, не попал. Я увернулся. Давай попробуй. А ну давай, мочкани. Не, нифига себе, сколько у меня жизней. Еще. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Все, вынес. Вот это ты именно псих. И своих, и чужих. Наверное, просто не попал по тебе. Так. Ого. Это Слендер. Это что? Офигеть, давайте я в него вселюсь. Слендер переросток. Нифига, я управляю таким монстром большим. Ребята, в Гаррис Мод я еще ни разу таким большим не управлял. Ну-ка, попробуй ударь меня. А где ты там? А, я вижу. Я ногой топаю. А я не знаю, я, наверное, не могу тебя убить. Встань под ногу сам. Не? Не все равно. Ты не... не. У меня, знаешь что? У меня хитбокс в ногах. А, ну все, ты выхватил. Красава, красава. Так, следующий у нас маленький. А, ты когда меня убил, я маленьким стал? Да. Так, подожди, что он может? Дамажить. А, ну иди сюда, кусок говна. А его подамажить можно? О, Чилипиздрик, привет, это твой братишка. А так, ну-ка, чё? Давай я попробую. Р, пробел. Он прыгает, ты видел, как можно классно за него играть? Ух ты, блин, я аж испугался, звук очень громкий. Пацаны, помните, у нас в каких-то сериях была эрорка? Вот эта эрорка. Теперь это не эрорка, это большой... Ого, смотри! Ого! А чё у меня так башка открывается? Ого, у него там прям видно мозги, да, чуть-чуть? Попробуй ударь. А ну, иди сюда. Ты ещё... Ай! Нормально, нормально дамажит. А ну и ты иди сюда. Я погиб. Ага. А ну-ка, давайте, мочите меня. Потому что я прикольный такой челик. Червяк Джимми. Так, это что у нас? О, ты опять маленький. О, подожди, давайте все-таки этого тоже проверим. О, тоже ползает, прикольно. Да, не, я даже не знаю, чем они отличаются. Может, после смерти я не червяком стану, а просто умру? А ну давайте. Нет, тоже маленькие. Так, хорошо. Так, помните, этого кота убыло? А, собака была. Ну, анимацию мы... А, мы в ролике показывали. Курица была уже, мы управляли ей. Так, вот этот челик. Мы тогда его особо не рассматривали его. А ну иди сюда. Я курица бешеная. На тебе. Эй! Давай, мочи меня. То он какие-то звуки конченые издает. Хрипящие.
все, замочили. Извини, письмо на обстоятельства. Обстоятельства, да, бывает. Вот, смотрите, чилип. Вот сейчас будете с него угорать. Это цирк. Смотрите, пацаны, прикол. Сейчас, смотри. Мама чилип. Я знаю, что он может... Подожди, а тут еще есть, да, такие? Так. Угу. Подожди, ты у нас был в этот... Да, подожди, пацаны, он должен за голову как-то хватать. А ну стойте. Я как-то должен захватить за голову и можно носить твой труп. Я как-то это делал. Только с NPC-шками вроде бы. А ну-ка, давайте NPC поставлю. Я сейчас скажу, это точно он или нет. Так, сейчас. Вот, допустим, Алекс. Я не могу ее убить, что ли? А ну ты. Да, а как-то компьютер в тот раз я играл, я мог за голову носить. Ладно, может там другой сейчас будет. Такое прикольное лицо у него. Ладно, пацаны, замочили жестко. Так, кто у нас там следующий? Ого. Давайте будем им управлять, я уже хочу. Ого, я Рахит. Видите его походку прикольную? Прикольно, разработчик запилил, мне нравится так. А давай попробуй тебя дамажнуть. А ну стой. Так, не могу. А, могу. Только 40 хп от него. А, он так такие звуки издает. Так, он может прыгать. Да, может, да. Ну все. Мочите меня. Как вообще его называют? Country Road. По дороге наверное бегает. Так, вы помните вот этого челика? Подожди, я знаю, что вроде надо R нажать на нем. Вот этот. Ой, какой он здоровый. Я хотел им тогда поуправлять еще. А, так это тот же сам получается. Только тот был на картофанах, а этот просто. Так, это как он называется? Country Road тоже. Так вот другая подверсия. Эй! Он ногами бьется, прикольно. Как-то странно очень это все происходит. Я тебя буду давить сейчас, щенок. А, все-таки смог раздавить. Ну и все. Прыгай. А, прыгать может. Контрол. Контрол не может. Мочите. Да, просто моментальная смерть. Даже ничего не успеваю сделать. Так, больших мы будем смотреть на другой карте. Во! Ребята, ставьте лайкосик и подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И таких чилипиздриков у нас постоянно много. Почему так смешно это? Эй, иди сюда. А ну дай дамажу, подожди, в притирку если. Ой, ты что? Красавчики. Своим делом справились успешно. Так, следующий у нас чилипиздрик еще меньше. Камера у него так смешно сделана. А, надо тебя откушу уже. Ой-ой-ой. Ух ты. Так он на расстоянии кусает. Он 25 снимает. То есть одна монтировка. И все, не достаю больше. Прыгать могу. Да ладно, я тебя не убил с монетки с одного раза. Тебя сейчас убью. Ладно, мочите. Ну. Красавчик, ты это сделал. Так, следующий такой же. О, вот этого я помню тоже. Это крутецкий чилипиздрик. А что у него это? Фонарь. У него фонарь на голове. Я так атакую, когда фонарем лупашу. Нормально топчет. Ну больше ничего не может он. Давайте, мочите меня. Отлично. Вообще идеально. Был человек и нет человека. Еще меньше чилипиздрик. Я не знаю, разработчик фантазеров очень сильный. Поскольку отнимает? Ладно, давайте мочите меня. Ли Нюгет зовут его. Странное название. Так, вот этого я помню чилипиздрика. Он очень классно быстро дамажит. Давай, бей. О, он по 10 хп снимает. Так он быстро именно бьет. Видишь, какой червяк? Лупашьте меня. Отлично. И так даже добили, на всякий случай. Так, вы помните вот этого вот? Классно, да, у него звук? Головы, я его знаю.
Что он еще делает? Просто топчет, да? На тебе. Прям тапком по голове. На. Просто ваншот. Я могу быстро ходить. Блин, классные монстры. Да, давай, мочи меня. Нифига. Не-а. А ладно, фига. Два раза монет. Вот это классно. Смотрите на этого. Крутой, да? Скин офигенный у него. Да, класс. Я могу мочить? Опять только ногами, да? Ну так же топчет. Хорошо, мочите его. Ангел. Сильнее. Ангел. Ты сможешь, я в тебя верю. Отлично. Так, это такой же у нас самый скелетожоп. Ой, это что за... Кто? Офигеть. Так, он просто перемещается на руках. Он очень быстро убивает. С одного раза, наверное. Не, не с одного. Он может... Раз. Ничего не может. Он может он прыгать. 80 хп снял. И на голову сразу. Давай, мочи меня. Хоп. И попал. Попал. Перекрестный огонь. Так, следующий у нас идет антилопа безголовая. Почему они такие странные очень? Смотри, я даже по воздуху не передвигаюсь. Как я дамажу? Я не дамажу. Мочите меня, бесполезный. Ой, что это было? Ух ты. Он не умер со своей монетой. Так, это что? А я не знаю, что это. Что-то невидимое? Странно, давайте это... О, смотрите, как у него классная голова вывернута. Здорово, пацаны, как я? О, да ладно! Себе, пацаны, я просто мочу вас взглядом. Давай со спины убью или нет, если буду боком стоять? Не, только смотреть надо. А что он еще может бегать? Ходить? Говорить. Опять же, мэн. А ну, на расстоянии смогу убить? Не, не убивается на расстоянии. Только аниматроники так могут. Так, давай, мочи меня, посмотрим, что он там может. Ух ты. И гитра, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.